Горнолыжный туристический центр «Шах-Дах» готовится к новому сезону, открыли новые склоны и обновили курорт. В комплексе можно научиться кататься на лыжах, прогуляться по канатной дороге и даже поиграть в снежки. Все подробности у Нигер Золиной. В Азербайджане настоящая зима со снегом только в горах. Встать на лыжи начинающим спортсменам помогают инструкторы. Все необходимое можно взять в прокат. Цена начинается от 76 манат или 4000 рублей. Приезжают в Шах-Дах и опытные спортсмены. Например, Рухия Балакишиева катается круглый год. А вот зимой лыжи. Здесь скорость, и когда ты спускаешься со склона, в голове вообще нет мыслей. Необъяснимая легкость. Однако чаще всего местные приезжают сюда ради чистого воздуха и красивого вида. Добраться помогают канатные дороги. В Шах-Дахе их 12. Самая высокая точка – 2552 метра. Чем выше, тем холоднее. Но вид шикарный. Так еще и нервы щекотать можно. Я боюсь высоты, поэтому специально поднимаюсь наверх. Так еще бывает и на открытом подъемнике. Одно из популярных аттракционов в Шах-Дахе – это американские горки. Они разгоняются до 40 км в час. Цена на одного человека – 25 манатов, то есть 1300 рублей. Управление ручное. С двух сторон есть рычаг управления. Пока его держишь – едешь. Отпустишь – роллер остановится. Прыжок в неизвестность, так некоторые туристы называют аттракцион «Зиплайн». Это канат над пропастью, глубина которой 50 метров. Прыгнуть решаются не все. Нет, я не хочу. А вдруг канат оборвется или трос? Инструктор говорит, главное не трогайте трос руками. При этом спрашивает, какими будут ваши последние слова. А вдруг он не шутит? Для тех, кто боится, инструктор все объясняет. Он объясняет, что это безопасно и, конечно же, все автоматически. Ничего не будет. Для туристов, желающих отметить Новый год в горах, в Шах-Дахе создали специальные новогодние пакеты. Цена начинается с 1065 манат или с 57 тысяч рублей. На территории Шах-Даха одновременно может проживать 1400 человек. Хочу сказать, что 99% пакетов, которые были созданы, а это трехдневные пакеты, которые включают новогоднюю вечеринку, гала-ужин, концертную программу, они уже все распроданы. Большую часть путевок купили туристы из России. Традиционно Шах-Дах – одно из самых популярных направлений для россиян. Нигер Золина, Сахават Абдуллаев, Мурат Гусейнов, Мир 24.